Камера упала. Вот здесь такая высота. Всем привет! Вы на канале Александр Денов Влог. И сегодня я вам покажу подборку мест, которые я лазил в недавнее время. Советую ролик досмотреть до конца, так как заброшки разнообразны, каждая интересная по-своему. Ну а пока ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну и поехали! Всем привет, вы на канале Александр Родион Влог. Ребята нас спалили, короче. Может, полетим еще раз, может нет, но там позвонили. Полиции не хочется, чтобы поймали, не хочется ничего плохого. Так что... Так что вот, меня позвали обратно. Так, ноль зарядки, извиняюсь, надеюсь, хоть что-то засниму. А это второй уже раз, когда мы залезаем. Вот, осталось чуть-чуть, поэтому... Все затоплено. Прям кто-то по воде чисто идет. Оу, ноги промокли. А, ладно, терпим, идем. Давайте встретимся уже там. Всем привет, вы на канале Александр Денов Влог, и мы в заброшенном тепло. Вот отсюда. Сейчас идем, короче. Ребят, пошли в ту сторону, я пойду в эту один. Посмотрим, что там. Ну, я хочу посмотреть, как это будет. Поднимаемся. Лайк заработал. Давно не рубку. О, она открыта. Вот реклама. Сейчас пойдем назад. Пойдем дальше, короче, вот. Катимся вниз к ребятам. Вот здесь. И все. Такой дыр будет. Наверное, первый раз в таком тепу будет. Ну, на самом деле, первый раз вообще такого. Я не помню такого. Все машины. Книга какая-то. Так, пошли посмотрим в подвал. А что здесь есть? Так. Так. Спускаемся. Воу-воу, смотри, там страхово чуть-чуть, там будет довольно. Хочу посмотреть, что там. Какие провода, что-то страхово. Так, здесь еще что-то, всякие штуки. Вон это самое главное колесо, которое крутится. Вот, короче, кирка, смотрите, это Майнкрафт реальной жизни. Ух, она это реально кирка, она тяжелая. Блин. Так, вот все это. Вот подвал. Что там? Цирк. Цирк гигантский, он идет прям вообще. Ух, здесь уже пар. Вот. В принципе, кажется маленьким, но он реально большой.
Вот. Здесь книга важнейшая же у нас крановщика. А, это крановщики тут отмечают что-то вот. Ну, в принципе, посмотрим, что здесь еще интересного есть. Так, вот две железы какая-то. Ну, смотрите, здесь какие-то Советского Союза. Чай почитаю, вам не видно, скорее всего. Длина питающих проводов не более 10 метров. Потом работать на электроне без... Короче, всякие картинки советские. Вот, прикольные. Вот. Короче. Прикольно, поэтому вот реально лайк. Немного нуды, наверное, но здесь снег есть. И это влог же как-никак. Это же вот мой влог, я такой скупой. Ей, я всем привет, Санёк. Вот, это мой влог. Влог, вот. Влог. Так, я случайно выключил. Короче, идем, это влог, поэтому идем давай. Я хотел на вот такую же штуку подняться, короче, только это не моя сестра. Вот. Так, как здесь пролезть? Пролез. Так, ребята, короче, поднимаемся наверх. Это 9:20. Так, надеюсь, это не со всяких. Ну вот реально на улице очень холодно, когда там здание было. Я почувствовал, что я сейчас умру. Реально охлаждение. Видно, зимой лазить вообще, то, что ты залезаешь, но там не было ничего такого, хотя были следы, ну, в подвал. Так что в подвале, возможно, и есть сатанисты, а там нет. Лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока.